Человек, передвигающийся на электросамокате, участник дорожного движения. Пока у него статус пешехода, но скоро это может измениться. Кататься разрешено по тротуарам и в пешеходных зонах со скоростью не более 20 км в час. Там, где тротуар отсутствует, можно передвигаться по велодорожке. Если ты вынужден ехать по краю проезжей части, двигайся навстречу потоку машин, как пешеход. Важно быть заметным во время движения. Поэтому перед поездкой обязательно включи головной свет. Желательно поставить фары в автоматический режим. А еще можно добавить на одежду светоотражающие элементы. Помни, что пешеход имеет преимущество. Поэтому не выезжай резко перед прохожими. В случае столпотворения тебе следует сбросить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей. Всегда надевай шлем и другую защиту. Не катайся по лужам. Так можно испортить проводку и спровоцировать короткое замыкание при последующей зарядке электросамоката. Избегай любых столкновений с предметами, людьми и животными.